Дропеза и Никита Царенко. Это запасные футболисты Гомеля. Потапенко, Макась, удар есть! И есть первый забитый мяч. Александр Макась, 0-1. Гомель выходит вперед. И, соответственно, это пятый мяч для Макася в этом сезоне. Да, видимо, что появилась свободная зона. Получил Макась оперативный простор. Мощный удар, который попросту прошивает в этой ситуации Брановца. Поэтому 0-1. Очень быстрый гол забивает Гомель. Поэтому здесь, конечно, сейчас определенное психологическое преимущество и уверенность команда Невинского получает. Посмотрим повторно. Хорошая передача от Потапенко. Но такой мощный бабах от Макася. Поэтому здесь в ближнем бою Брановец не справляется. Хотя понимаем, что ближний угол — это угол врата.